Хайогоньки, Фельдсфер с вами. На экране у нас Skyrim. В чем дело? Дело в том, что я вне серии прокачал красноречие, кузнечное дело до 100 и то и то. Ого, до 110. Интересно. Это, наверное, амулет, который... Сходи к лавку к Беллитору. Наверное, это вот этот чел. Это же Беллитор, да? Прокачал я всякое разное, а наряд. Так. И чё творю магию? Накопил я денег. Ресурсов дохерища. Сейчас будем проходить квесты. Сейчас я зайду в дом, скину все ненужные айтемы. Возьму все нужное. И пойдем. Какой-нибудь квест выполним. И, возможно, даже не один. Так. Сделаю себя чуть-чуть погромче. Ой, переборщил. Ну, вот так вот, думаю, нормально будет. Так. Шпана в моей хате ходит. Люсия. Брейд противная. Все время командует мной и Ларсом. Я больше не хочу с ней играть. Так втащи ей. Вон у батя. Два меча. Над кроватью лежат. Так, у меня амулет Зентира. Сапоги скидываем. Это скидываем, это скидываем. Оу. Круто. Это скидываем. Урача доспехи 39. Так. 87. 42. Стеклянный боевой молот. Перчатки. Эльфийский двуручный меч. Надо будет потом еще оружие подочаривать. Так, лук оставляем. Возьмем стрелы какие-нибудь к нему. И где тут стрелы? Эльфийские стрелы возьмем. Так, крапивник где-то тут был. Сейчас мы и крапивник возьмем. Если он тут. Зелье надо обязательно взять. Вот столько, столько. Ой. Золото возьмем. Так, я случайно взял дохренища ненужного мне. Это все мне пока что не надо. Так, положим половину. Остальное себе возьмем. Так, возможно, сейчас пойдем на квест необычного камня. Отмычки, полоски, кожа. Так, вес у меня охереть какой. Ага, так. Интересно.
У меня ингредиенты столько занимают. Ингредиентов целая куча. Возможно, я это ускорю на записи. Не знаю. А, вот. Кожа у меня все место занимала. Так, еще мне надо взять рюкзак. Наверное, он где-то внизу. Вот он, рюкзак мой. Так же мне надо выложить это. А, хотя стрела ничего не весит. Это... Ну и ладно, погнали. Если что, по пути разберемся. Сейчас я возьму еще. Из сундука. Я все еще здесь. Хорошо. Опа, не что то. Именно? Что тебе нужно? Я тебя прикрою. Я к твоим услугам. Одежда. Носи. Ага. Пойдем? Отлично, погнали. Сохраняемся на всякий пожарный. 9 минут с серии я промонал на то, чтобы это самое, вот это самое. Так. Это. Стеклянный боевой молот. Вот так вот. Посмотрим, что по квесту. А, убить Кимату. Точняк. Мы же в прошлой серии. Вот здесь были. Слушай. А. Не здесь, а вот здесь. Отлично. Во. Ты еще что за гоблин? Громила. Блять, дракон прилетел, охуеть. Так, зелья. Сопротивлению холоду. Угу. Сука. Так, подружимся, ебашь его, хорош. Так. Заебись, серия началась. О, у меня есть такое еще. Точняк, я же вчера делал зелька. А ну-ка. Где он? Ага.
Сдрыснуть решил. Ну чё, ебашим его? О, на него мамонты, великаны уже прут, отлично. Сейчас нам все помогут. О, я попал. Один раз. Надо, чтобы он на великана напал. Во, отлично. Сейчас ему великан пизды надает. Наверное. На кого он там заагрился? На мамонта, ё-моё. Так, я попал. И опять не попал. На меня? На меня. Сохранимся. Интересно, я не достреливаю или перестреливаю? Так, ну лети сюда, что ж ты улетел, а? С цикля. Бум! Я чё-то немного. Так, мамонт, ты же нас съебашить не будешь? Не, мамонт добрый. На! 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 Опа! Где лечение? Отлично. Бан! Бан! Да, 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 детка! Ты подох. Чё там мне выпало? Настоящего дворянина. Навык ношения легкой брони увеличивается. Так, ну мы, пожалуй... Подружинься, это отдадим. Так. На, поноси. Ага. Ага. Так. Чё у меня там по весу? Так, наверное, выкинем что-нибудь ненужное. Факел. Блин, вроде драконью хрень не хочется выкидывать. Может, железо выкинем? Ну, а нахрена оно нам сдалось. Хорошо. Что именно? Что да ёпта. Не то. Чем могу служить тебе, Митан? Так. Это возьмем. Это бери, это бери. Это бери, это бери. Ну и бери, сколько влезет. Все остальное выкину. Вот так вот. Отлично. Так, ну теперь можно и на квест пойти наконец-то. Шлемы тут висят. Ой, какая музыка классная. Логово плута. Так, ничего тут нет интересного. Ну, мало ли, что-то заныкали. Разрабы Скайрима любят всякую всячину ныкать. Рядышком. Вот спальник. Сыромятые сапоги. Ну, это, конечно, фигня. Ингредиентов рядом много есть всяких.
получится у меня надеть. Ой. Ну почти. Все, врываемся. Хатку. Извини. Ова. Грабитель. Крепкий такой грабитель. Так, у него двуручный орочий меч. А где моя подруженица? Че она мне не помогает? Давай врывайся. Отлично. Завалили. Так, грибы возьмем. Картофаныч. Подхильнемся. После вас. Отлично. Победили. Так, что тут есть у меня еще? Теперь у меня. А, пустая бутылка из-под вина. Интересно, можно ли в нее что-то наливать? Готовить там уникальное что-нибудь. Зелье запаса сил. Возьмем, пригодится. Все полезно, то, что в рот полезло. Окей, голожопик. По горбу ему. Вот так вот. И башу. А, все. С одной паечки. Так, перевернем бадью. Заберем тут. Колун возьмем. Так, можно на котелке поготовить хавку. Овощной супец. Все отлично. Тушеные крабовые ножки. Тоже круто. Так, возьмем, схаваем один супец. Отлично, сохраняемся. Железный шлем. Перчаточки. Кошель. Беспонтовый, но кошель. Все-таки. Так, посмотрим. Ловушка. Текстурка. Корень. Из имбиря. Так, тебе по башке. Я заблудился, по-моему, это вы доигрались. Спрости, ледок. Страшно умирать.
Опа. Ваншот бандита. Ух ты. Так, Ледок, а ну. Подсъебемся чуть-чуть. Надо еще плоть кастануть. Бан. Отлично. Ледок, тебе бы подхилиться, а? Ух ты, пух ты. Ой, Ледок, тебе пизда? Маради... О, сука! Ты прикинь, а? Блин. Пиздец. Так, надо аккуратненько съебаться отсюда. В уголок. Подхилиться. Потому что что-то тут не так. Так, еще зелье надо бахнуть защиты от огня и попробовать заспидранить. Пизда. Ебать, там урон дикий. Сука. А, это у вас огненные стрелы. Охуеть. Вот это я понимаю. Так, зелье. Сопротивление огню. Так, сильный яд надо взять. Окей. Да, отлично. Так, тычку сделали, похилимся. В рукопашке они вообще слабенькие. Ух ты ж, блин. Ща я накастую на тебя понос. Пизда тебе, дружок, пирожок. Так, сохраняемся. И... О! Вот, отлично. Так. Так, ну пойдем, я там не подобрал много чего. Посмотреть можно, что у них тут есть. Оу. Очищенный малахит. Куда мне это засунуть? Не знаю, не знаю. Еще фазаныч. Угу. Лососич. Так, ну я не знаю, нафиг мне этот малахит в принципе нужен, но возьмем. Кастанем плоть на себя. По
Посмотрим, что тут есть. Шкура оленя. Капканы, честно, трени на ступе. Еще наступило? Ну ладно. Допустим. Опа. Интересно. Он же вроде морские. Че будут? Станут нападать, если ты опустишь оружие. Зачем вам нужна Садия? Она продала или Садия? Альдмирскому доминиону. Если бы не ее предательство, Танет устоял бы в войне. Остальные знатные дома узнали об измене, и она сбежала. Они хотят взять ее в плен живой. Хаммерфелл так и не покорился доминиону, и ее будут судить. Но меня послали убить тебя. Да, конечно. Как она теперь себя называет? Шазра? Садия? Как-то так, верно? На что она тебя взяла? Взывала к твоему чувству долга? Сыграла на твоей жадности? Или на более животных твоих инстинктах? В конце концов, какая разница? Так или иначе, она убедила тебя в том, что она жертва. Но ты знаешь, почему мы преследуем ее? Садия сказала, что вы ассасины. Ну что ты, ничего подобного. Женщину, которую ты называешь Садией, разыскивают знатные дома Танета за государственную измену. Нас наняли, чтобы арестовать ее и привести в Хаммерфелл на суд. Ты можешь нам помочь и предотвратить дальнейшие жертвы. Какое преступление она совершила? Она продала город Альдмирскому доминиону. Если бы не ее предательство, Танет устоял бы в войне. Остальные знатные дома узнали об измене, и она сбежала. Они хотят взять ее в плен живой. Хаммерфелл так и не покорился доминиону, и ее будут судить. Ну, ты это уже говорил. Что ты от меня хочешь? Она тебе доверяет в какой-то мере. Она отправила тебя убить нас и не станет думать, что ты можешь замыслить что-то другое. Убеди ее, что мы знаем, где она. Ей нужно бежать. Приведи ее к конюшням за стенами Вайтрана. И мы тут же возьмем ее под стражу. Если ты поможешь нам свершить правосудие, я с радостью разделю с тобой награду за поимку преступницы. Даже не знаю. Я надеялся, что мы... Короче, пизда тебе. Говорится, что ты поймешь нас. Что нам не придется убивать тебя. Сейчас посмотрим, кто кого убьет. Если ты этого хочешь, да будет так. Что это было? Ебать! Лидия, нахуй! Так. Оружие. Огненная стрела. Хорошая тема. Что такое кимату, блять? Больно! Сдаешься? Или нет? Хорош! Скиметар! Оружие. Ассасинов. Жоуди. Лидия сдохла, да ну нахуй. Так, что-то мне это не очень нравится. Надо.
Пиздец, походу. Лидия сдохла. Ну что за нахрен? Ну ладно, зафутаем ее. Блин, на кости чешую, ну ладно. Пиздец, придется искать нового спутника. Снимем зачар с этого оружия. Сука, я слишком тяжелый. Колун 10 весит. Круто. Конечно, писец называется. Что тут у нас интересно? Угу. Так, тут ничего. Их же было, а вот целая куча, я думал, куда они подевались. Mm-hmm. Да, ледок, сдохла ты быстро. Если бы у меня не было огненных стрел, то вообще капец. Ладно, пора на выход. А, железнорудная жива, это вообще пофиг. Стрелы железные. То есть я мог сюда залезть, типа. Вот так, ну тогда бы у меня огненных стрел не было бы. Ладно. Вейтран. Направляемся мы.
Ну что ж, вот так и заканчивается эта серия. Папа, ты вернулся. Че надо? Давай поиграем. Я типа сейчас занят. И вообще вечер уже. Так. Все сложили, поскладировали. Так, все окей. Все, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Кальцифер. Шоколадка Милка. Вот такой жесткий орк у нас. И всем удачи, всем пока. В следующей серии мы уже наймем нового себе спутника. И пойдем проходить следующие квесты. Удачи! А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь.